Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Удивляюсь я себе. Столько лет был абсолютно равнодушен к азиатской кухне, и вот на тебе, начала нравиться. Копаюсь в книгах, учу интернет, готовлю и чувствую вот прям то, чего мне долгое время не хватало. Сегодня хочу вам показать один понравившийся мне рецепт. Это фрикадельки куриные на японский лад. Хотя с японскостью у меня есть определенные вопросы. Все, что я читал до этого, читал раньше, убеждало меня в том, что японцы убежденные рыба и рисоеды, и мясо у них считается чуть ли не грязной едой. Так что то ли рецепт этот не такой уж и японский, может быть, это новые вени в японской кухне появились в последнее время, а может быть, старые источники мои безбожно врут. Традиционно сообщаю, что перечень ингредиентов и основные этапы готовки будут в конце ролика. Приступим. Это у меня куриная грудка. Надо ее пропустить через мясорубку, поэтому распущу ее на полоски. Обратили внимание на новую доску? Это подарок от подписчика. Просто супер. Спасибо, Виктор. Венге. Торцевая. Массивная. Приехала ко мне аж из Новосибирской области. Ссылку на инстаграм Виктор размещу в описании ролика. Обалденные доски он делает. Виктор, вот так вот. Все нарезал, пусть полежит. Я пока чищу имбирь. Его надо натереть на терке и сразу побольше. Часть пойдет в фарш, а часть останется для соуса, для глазировки. Это будет соус терияки. Чеснок очищаю. Часть для фарша пойдет, часть опять же для соуса. Зеленый лук нарубить. Лук тоже для фарша. В мясорубке шагом марш. Нож у меня с диаметром отверстия 5 мм. Чеснок тоже вместе с курятиной сюда сразу отправлю. Отлично. Теперь имбирь, соевый соус, яйцо, панировочные сухари, соль и перец сюда. А можно хлебные крошки, а не панировочные сухари? Дело в том, что очень часто в магазинах птицу, просто мясо, накачивают водой для большего веса, чтобы больше денег с вас содрать. Так вот, если вы используете панировочные сухари, они же сухие, они больше этой влаги в себя возьмут, свяжут ее тем самым, и у вас фрикадельки будут немножко более сочные, чем если вы используете хлебную крошку. Она более влажная. Так, и лук. И все перемешать до однородности. И натертый имбирь в фарше. Необычно, верно? Это, видимо, для повышения японскости вкуса. Все вымешано. Можно лепить фрикадельки. Духовка у меня уже греется до 200 градусов. Чашку с водой приготовил, чтобы фарш к рукам не клеился. Поехали. Запекать фрикадельки надо 20-25 минут. И пока этот процесс идет, я займусь соусом. Он очень прост. Смешиваем соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, мед, коричневый сахар, чеснок, имбирь и красный острый перец. И доводим до кипения. Для загущения понадобится немного кукурузного крахмала. Его развожу в холодной воде. Соус уже вскипел, минутку проварился.
чтобы он был гладким и однородным, просужу его через металлическое сито. Удалю кусочки имбиря и чеснока. А теперь вливаю сюда крахмал и надо проварить до загустевания. Вот так. Все, соус для глазировки готов. Как видите, очень просто и очень быстро. Фрикадельки запеклись. Красота. Остается их смешать с глазировкой и можно подавать к столу. Рисный гарнир я уже отварил. И кунжутные семечки для украшения. И зеленый лук, конечно. Быстро, красиво, так, ароматно и вкусно. Куриный фарш, на удивление, очень классно сочетается с имбирем. Вот, да, я бы сказал, что это близко не европейская фрикаделька, это японская. У меня почему-то имбирь и Япония неразрывно связаны. Может, потому что суши с имбирем вот этим красным подают маринованным, да? Еще какие-то вот эти вот азиатские вкусы. Короче, это классно. Мне нравится. Соус. Соуса надо сразу много делать, он классный. Количество крахмала к соусу регулируйте сами, потому что сделаете слишком много крахмала. Соус при остывании загустевает еще сильнее. Сделайте слишком много крахмала в горячем виде, он будет такой текучий, а когда подостынет, он будет очень густой. Впрочем, может, вам это не нравится. Короче, блюдо классное. Готовьте. Быстрое и простое, как вы видите. И мне кажется, очень вкусное. Я думаю, что всем моим домашним понравится. Оператору точно понравилось. Напоминаю, по промокоду Фреска вы сможете здорово сэкономить, приобретая вот такие вот классные ножи от Самурин. Вот этот вот рептайл. Или на испанский манер рептил. Классный нож с очень удобной рукояткой. Другие ножи тоже получите скидку по промокоду Фреска. Пользуйтесь. Спасибо за компанию. Не забудьте нажать колокольчик, подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!